Красноярском районе прошла вторая сессия по разработке стратегии развития муниципальных образований Самарской области. В ее работе приняли участие представители 14 министерств, губернской думы, местной администрации, жителей и бизнес-сообщества. Задача таких встреч – набрать идеи, предложения и проекты, учесть мнение всех сторон и в итоге выработать решения, которые помогут каждой территории региона гармонично развиваться. Руководителем региона Дмитрием Георгиевичем Азаровым поставлена задача перед всеми муниципалитетами по стратегическому планированию развития территорий, цель которых простая – это создание комфортных и безопасных условий для проживания наших граждан. В первую очередь встает вопрос по развитию социальной инфраструктуры. Это строительство школ, детских садов, спортивных объектов. Сегодня это очень востребовано. Подобные встречи пройдут во всех муниципалитетах Самарской области. Такую задачу перед главами городов и районов региона поставил губернатор. По итогам сессии и широкого общественного обсуждения будут выработаны проекты стратегии развития каждой территории. Они будут учитывать особенности муниципалитетов и определять их социально-экономическое развитие вплоть до 2030 года. Процесс разработки стратегии начался в начале этого года. И по принятым дорожным картам в каждом муниципалитете должен закончиться к 30 сентября текущего года.